Tak. Так, вот это интересно. По глазам вижу, что это шахматисты. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как успехи? Отлично. Турнир завершился? Да. Сколько было туров? 9. 9 туров, да? А сколько человек? Много. Ну, много, понятно. Так, так вы не считали. Я понимаю. А как вам здесь нравится? Хорошо. Как вам нравится? Тихо, сильно. Природа. Так, хорошо, природа, я понимаю. Купаться есть где? Нет. Да. Ну, речка, но говорят, мы там не были, потому что нас не пустили. А вас туда не пускают, да? Зато душ хороший, теплая вода. Ну, душ хороший, теплый. Я... Горячая речка. Мелко, ну чистая вода. Ну, я сейчас подходил, рыбку вот такую видно, прямо по дну плавает. Да у нас по речке тоже. Трем. Тут хорошо, все есть. Турничок, брусья, шахматы. Качели. Все для спортсменов. Да. Кормят-то хорошо. Отлично, нормально. Нарезаемся. Так. Так, 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 давай, давай, говори, говори. Понятно. А вот я сейчас у младших спрошу. Они мне всю правду скажут. Добрый день, ребят. Шахматы играете? Да. Так, какой у тебя разряд? Я третий. Так, а у тебя? Третий. А у тебя? Нет. Третий у него разряд. Так, понятно, сговорились. Сговорились. У всех третий разряд. А у тебя какой разряд? Третий. И у тебя третий разряд, да? О, наконец-то. И ты, конечно, выиграл этот турнир, да? У него второе место. Первое. Какое второе? Так, а у... Ткачевый. То есть у тебя что, 6 очков, что ли? 6,5. А у Ткачевого 7 очков. А это 8 очков. А у меня 8. Так, так, не бойся. Так, чемпионка. Добрый день. Представься, пожалуйста, как тебя зовут. Не бойся, это не стреляет и не кусается. Я тоже не кусаюсь, хотя я голодный. Вот. Я Анастасия Коник, так. Мне 13 лет. Так, в какой школе? Ну, я живу в Песенокопском районе. Так. В... Красная Поляна. Да, Красная Поляна. Так, кто твой тренер? Мой тренер, вот, Владимир Васильевич. Так, отлично, он хороший тренер. Конечно. Мы только начали работать, в ее обучении большой выступал отец, и она еще немножко занималась тренером. Я с ней только начал работать. Только начали чужие работать. Чужие заслуги мне не нужны. Сколько очков набрала? 7,5. А, то есть ты абсолютный победитель? Да. Ну, 7,5. И это следующий разряд, очевидно, будет, нет? Ну, посмотрим. Администрация скажет. Потом. Администрация скажет. Да. Ну молодец, это спасибо. С учетом того, что мы опоздали и нам поставили ноль за опоздание. А, то есть просто. А с кем сыграла в ничью? С мальчиком из Миллерова. Так, а где этот мальчик из Миллерова? Мальчик в корпусе. Так, эх, жалко. Мне надо было посмотреть, ну, как он осмелился у такой красивой чемпионки выиграть. Я не знаю. Нет, я... мы сыграли в ничью. Да, а, в ничью, да. Но... нет у нас. Но я бы сдался, например. Будь я на месте этого мальчика, я бы сдался.